вырастим, давай поженимся. Можно. Только знаешь, ни щи, ни супа есть не будем. Не будем. Колбасу и халву будем есть. Конечно. И в баню ходить не будем. В баню? Ни за что не будем. А в драке друг за друга? Драки? Обязательно. А теперь, Синишный, поцелуй меня. Фу! Вымазал всю. Сопливый. Кто сопливый? Я сопливый. Зайка, голодранка, мини сутки, на завод пора обед матки нести. Чур меня, чур за чур. С завода вернусь, тогда драться будем. Ладно. Фу. Агамка, Агаш, на завод пора обед нести. Сенька! Сеньк! Гудок скоро! На завод пора! Обед нести! Катенька! Катенька! Щей готовы! Дим! А, Дим! Пора на завод! Обед нести! Вчера опять пьяный домой пришел. И всю мать по животу бил. Бьет, 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 бьет. А я под кровать спряталась. Приходите, девочки, после обеда на свалку. Я с Сенькой драться буду. Обязательно придем. Закрыли. Не велено никого со двора пускать. Ваши на треугольнике опять бастуют. И ты, старость, ловись.
Господи! Старик за мной. Не оставь бедных людей, Господи. Не оставь бедных людей, Господи. Не выгоняй их за воду, Господи. Не выгоняй их за воду, Господи. Не отнимай у них ты таких кровные, медные. И гривенники, и рубли серебряные. Молитва испакостила. Дрянь. О, Господи, молитву испакостила. Осел ты был амский. Комета эфиопская. Выгонит ее. Это я уж знаю. Она все бастует. Обязательно выгонит. Дочка, ешь. Сегодня поешь, а завтра не полагается. А людей травить полагается? Скипидар ядовитый. В мастерской подавать полагается? Черт, старый, покою не даст. Точно чума по мастерской прошла. Одну за горло схватит, другую, третью. Забьется товарка. Пена у нее изо рта. Кровь пойдет.
и повалится, как подкошенная. А мамка моя? Ведь не чужие они мне. Вместе ведь на фабрике выросли. Друг у друга ребят крестили. Друг у друга на свадьбах гуляли. А мамка моя... Сердца в тебе, отец, нету. А твою девочку, маму, в Обуховскую отвезли. Отравили ее. С кипятаром ядовитым задушили проклятых. А говорил ли? Она что, постой, постой. Постой, постой. За угол плати. Плати. 8 копеек. Есть чего-нибудь надо? Надо. Еще 5 копеек. Лавушнице платить долг надо? Надо. Мамка леденцы брала. Еще 3 копейки. А где их возьмешь? Такие деньги под столом не валятся. Кофту мамкину продать, что? Да ее никто не купит. Не купит. Ни за что не купит. А что, девушки, если хором петь? Подходящий, придумали. Не в одиночку под окошком копейки упрашивать, а целым хором. Как в церкви поют? Как в церкви. Только какой же это хор без баса? Да. Жалость-то какая. Басты нет. Сеньку взять, что ли? Сенька как-никак, мальчишка. Можно ли Сень? Получите, пожалуйста. Она мне сказала, получите, пожалуйста. Она мне сказала, получите, пожалуйста. Акулина, ты мой свет, скажи, любишь Али? Нет. Хлеб, соль.
Спасибо, садись. Как жизнь? Вся впереди. На Ивасе бастуют? Бастуют. На Лейснере бастуют? Бастуют. На Путилове бастуют? Бастуют. На треугольнике твоих же, говорю, Катя, подруг потравили, бастуют? Она криком кричит. А ты, говорит, не суйся, у тебя я больная, да ребенок малый. Как же, говорю, Катя, я от товарищей отстану. Эй. Она плакает. Плачет, плачет. Сидят они, как сычи, а мы перед ними, как божьи свечки, стоим. Постойте, говорят, постоим. А жрать, говорят, чего будете? А ничего, говорим, не будем. Пить будете? Хотим, будем, хотим, нет. Ну, ночью к нашему дому, что к театру. Извозчик за извозчиком, извозчик за извозчиком. Полиция забастовщиков в тюрьму брала. И Машу взяли. Дочку мою. Хозяйку мою. Шапку я продал. За ее здоровье выпить хочу. Угощаю вас. Врешь. За шапку-то вчера угощал. А я порточки продал. Портки. Порточками вас угощаю. Вечерние биржевые. Красномерцевые живы. Война. Угощаю. Предсказание, мадам Тепп. Война будет! А ну-ка, дай-ка. Война будет! Вечерние биржевые! Газета! Война будет! Война будет! Продлится ровно 5 месяцев и 14 дней! 14 дней! Вечерние биржевые! Берутся мертвые живы! Ну, что пишут-то? События надвигаются. На Колотошного, проходившего близ Самсоневского моста, напала толпа и хотела его сбросить в Неву. Но он успел убежать. Жалко. Кто тут хозяин? Чего продаете? Мы ничего не продаем. А? Мы хор. Петь к вам пришли. Хор? Петь пришли? Ага. Ну так, уговор такой. Пол песни ваши, пол песни наши. Как так? А так. Рубль ваш, полтинник наш, полтинник ваш, четвертак наш, четвертак ваш, весь наш. И по шеям вам. Идет? Певчие. Идиотство. Ну ладно. На то и глаза у бабы, чтобы слезки лить. Сейчас слезами и зайдет, а потом и слез не хватит. Останутся тысячи вдов да сирот, а враг. Какой он враг? Такой же вот рабочий, как и ты. А бабья слеза, что у них, что у нас, на вкус одинаково. Соленая она, да
правда горькая. На горе мак, 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 маки, маки, маковушки золотые, головушки, станем земля, сложимся про мак. Как сеет мак, так лет их по цветах, так лет их по цветах. Как сеет мак, так сеет мак, так... Ишу, чертовы маки! Им сидит письмо водитель, всем известный грабитель. Ой, Борюшка в горе, всем известный грабитель. Кому мак, а кому как? Еще рабочую кровь с мостовых смыть не успеют. Сколько народу у Путилова полегло, а уж погонят нашего брата рабочего, стреляного, дотравленного, умирать за братьев славян. За нагайку казацкую, за славу Отечества. Все пропью, одну совесть оставлю. Так что, кому твоя совесть нужна? Совесть у нас нынче за решеткой тюремной помещай. Ой, девочки, папа-то не слушай, может, дисконтом запеть? Ты подхватывай, что есть мочи подхватывать. Маки, маки, маковушки золотые, головушки. Да, не говорят, спросите про мак. Как сеет мак? По цветах, по цветах, по цветах, по цветах, по цветах. Готов мак? Готов, мы сейчас же в назре. Готов, бабушки, Петьке. Готов, коту под хвост, козлика постели. Гони их, мехач! Акулина, ты мой свет, скажи, люб не знали где. Она мне сказал, учить мороз! Видите, моя публика волнуется. Нет, ты мне скажи, чего детей обижают? Вот что, лоцман, на след квартиры напали. Скрываться мне надо. Тебя на лоцманке и спрячешь. Нынче жди. Ладно, приходи, устрой. Чего малых трогают? Ну ладно, иди уж, ребячий заступник. Вот что, насчет листовок, что я дал, не забудь. Каждому рыбаку в лодку что-то. Думаю, не впервые. Thank you.
Вытри слезы. Пуговица. И не похоже. А ты еще что умеешь? Песни пою, птицы свищу, сказки рассказываю. А как звать тебя? Силычем. Лоцман я бывший. Сторожем нынче. Какой, ребятки, я вас песни выучу, с такой не пропадешь. И не выгонят. И не выгонят. А ты где живешь? Далеко. На лоцманке. Пешком не дойдешь. А как? А мы поездом поедем. Поедем? Поедем. Денег у нас нету. О, ты. А я даром свезу. Поехали. Поехали. Ну, тогда поедем. Давай на посадку. Скорей. Ты за багажные. Ты за почтовые. А вы за пассажирские. Это будет первый класс. А паровоз? Паровоз? Сейчас подам паровоз. Поехали. Поехали. Хорошая песня. Такой не погонит. Завтра же и споем. И откуда ты, дедушка Силыч, такую песню знаешь, а? В тюрьме выучили. В тюрьме сидел? Украл, наверное, чего, дедка, а? Украл? И ничего не крал, Силыч. Эх ты, стрекоза. За сына посадили. Как за сына? Давно это было, в 905 году. Был у меня сын Иван, служил матросом на корабле Потемкин. Хороший был сын, ой, справедливый же был. Зорю играют. Ну вот, ребятки, созвала раз Ванюшка всех матросов и говорит им. Плохая, говорит, жизнь в России. Поедемте, братцы, матросы, счастливую землю искать. Ну и решили, братцы, матросы, что правильно говорит Ванюшка. Взяли и поехали. Как узнал об этом царь, как ногами застучит, как затопает. Созвал генералов своих, да как крикнет. Догнать, говорит, корабль Потемкин, или я вас всех в Сибирь посылаю. Какая кутерьма попалась. А матросики едут, едут. Ветер в снастях свистит, завывает. Волны о корабль плещут. Он бежит себе в волнах, на поднятых парусах. Мимо острова крутого, мимо города большого, пушки с пристани палят, кораблю пристать велят. И поймали, братцы, матросиков, кого в тюрьму посадили, кого в море утопили, а моего Ванюшку повесили. И
с отцом проститься не дали. Да ты не плачь, Маковка. Сказки-то еще не конец. Сказка-то вся впереди. Не как Андрюшка. Маки-таки. Здорово. И этот свищет. Сколько вас тут? Так что целая стая. Видно, и вам в этой стае летать. Далекий полет. Быстрый. Ни одной птицы не догнать. А ветер пускай свищет. Не нам этого ветра бояться. Ребята, не вам! Валяйте, пойте, сделайте милость! А вам, мадам, бутылки дурдинские! Катушки кенеговские! Потише! Слушать не дает!
забыли свои. Прекратить безобразие и оставить заведение. Как ты, мы, быть может, послужим лишь той Императорского Величества, государя императора Николая Александровича! Прошу! Ай, суки! Ура! Ура! Нельзя! Ваше высокородие! А? Ты что? Проходи, товарищ! Муха у вас, господин Брест. Зараза. Арестовать. Смерть идет. А что, бабушка Фёкла Петровна, война?
Да принца какого-то убили. Не то в Самаре, не то в Саратове. Ну, девочки, идите. Идите, милые. Идите. И мы победим! Андрей! Женщины Питера! Опасность велика! Партия пьет на бас! Партия призывает отстаивать каждую пять нашей земли! И если враг ворвется в город, мы будем драться за каждую улицу, за каждый дом, за каждую подворотню нашего пролетарского города! Вам, женщины боевого коммунистического отряда работниц, выпала честь быть представительницей Красного Питера на форпостах обороны. Сенька! Женщины, о горькой бабьей доле света немало песен. Вот уже 2 года, как поете вы новые песни. Женщины-матери, женщины-сестры, дорогие подруги революции! Ваше детство, ваша юность не знали нежности. Только с птицами, что в клетках томились над вашими окнами, делили вы мечты свои. В ваших сердцах не зажили еще раны страшной рабьей доли, когда любовь становилась позором, материнство тяжкой обузой. И теперь, когда враг подступил к самой колыбели революции, вам ли не ответить партии и рабочему классу? Мы здесь, мы готовы! Товарищ Андрей. Вся стая слетела.
Ну, Зоенька, прощай. Может, на фронте увидимся. Что, бабушка, воевать? Да внучек проводить пришла. А-а-а. Баба, бабуля. Ну, прощайте, внучки. Коли смерть придет к вам, чтобы скорая. Коли рана, чтобы легкая. Спасибо, старая. Сестренка, нам так и так погибать. У тебя ноги здоровые. А ну, текай отсюда. Не деликатничай. Комендант сказал, будет еще один поезд. Последний. Деда какого-то матроска, он нас всех и подберет. Дайте деду не проскочить. Проскочит. А ты кричи, кричи, милый. Кричи, не стыдись. Кричи же, легче будет. Девушка, плясать я любил. Ничего, милый, мы с тобой еще кадриль будем танцевать. Вот поезд последний подберет. Спасибо за лекарство, сестренка. Thank you.
Эх, заняли великие детское. Заняли. От своих, чем от чужих. Добей-ка, сестренка. Прости, товарищ. Не могу. Едет. 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 Наташа! Аська! Да. Так и не растешь! Пуговица! Поступаешь в мое распоряжение? Давай погрузку! Давай погрузку! Это занято? Не разговаривать? Придется через занято. Ну, дочки, паровоз у нас хоть и задрипан, а других у нас сейчас нет. Так надо проскочить. Проскочим. Полный вперед. Есть. Полный вперед. Thank you.
думаю, проскочили. Гатчину давно уже заняли. Долго же ты спал, паренек. Думали, уж окочуришься. Принимай партию. Собачье дело. Фу, собачье дело. Сейчас, сейчас, все. Вот. Сестренка. Секретку снять не успел. Пропадет парень. Ты... Фу, собачье дело. Ты на опушке. Домик лесничего знаешь? Ага. Выручай, сестренка. Пароль? Винтовка. Пропуск? Вологда. Ладно. Силычу ничего не говори, слышишь? Угу. Зойка, надень варежки, мороз сегодня. Смотри, не проболтайся. Винтовка. Стой! Иду я, иду. И все о тебе думаю. Весь фронт прошла. Все думаю. Встречу. Я с отрядом иду, иду, все думаю, встречу. Обязательно встречу.
кончится фронт, вместе жить будем. Конечно. И изменять друг друга никогда не будем. Не будем. Будет у нас сын. Что ты, что я. Оба курносые. Значит, и сын тоже курносый. Обязательно курносый. Сень. Чего? У тебя поесть ничего нет? А у тебя? Нет. И у меня ничего нет. Ну и наплевать. Так. А уж мы целовались, целовались. Сволочи. Сволочи. Вот вы кто. Пропали. Как сквозь землю провалились. Зойкина секретка. Видал? Понял? Целовались. Хороши. Тьфу. Подождать не могли. Поцелуйщички. Я вам пропишу. Дрянь. Под арест за самовольное оставление боевого поста на 5 суток. Слыхали? В деревне Ярве враг выбит. Части пошли наступление. Да. Задание выполнено. Да. На вершине номер 3 исход боя не ясен. 6-й комсомольский батальон пошлешь в подкрепление. Есть. Товарищ политком, тебе туда же. Там твоих с Нарвской много. Есть. Ну. Юденичу крышка. Ясно, крышка. Лоцман. Андрюшка. Маки. 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 Ох, я Саня. Молодеешь, Лоцман. А ты что, Ася? Не растешь. Слыхал, слыхал про вас, слыхал. Ну, Лоцман, довольно. С лазаретами возиться. Кончим Юденича, забираю тебя с собой на юг, на Деникина, политкомом части. Отряд сдавать некому. А вот, Зойки Белобрысой издашь. Не могу. Почему? Амур проклятый. Был оставлен в секретке, снят по распоряжению раненого командира части сестрой Андреевой. В сутки снимал, все снять не могла. Так. Ну вот что. Будет, как сказал. Отряд дашь ей. Наталья, тебе видно тоже на юг. Лазареты разворачивать. Поступаешь в мое распоряжение. А тебе, маленькая, видно, здесь. С отрядом оставаться. Да. Дела. Дела. Ну, Саня.
До будущих встреч. Пошли. Товарищ комиссар. Черт с вами, целуйтесь. Раненых понесут. Наташка. А? Разбуди пуговицу. Надо солом натаскать. Сейчас. Аська. Асюнька. Ачка. От комиссарши приказ за соломой. Как Силыч. Какой Силыч? Курица это. Курица. Ася. Асенька. Сателлёт. Вместе с девчонками, боссами по двору бегали. Вместе в комсомол пошли. Фронт прошли. И сегодня, девочки, может, в последний раз вместе мы. А завтра разлетимся. Кто куда. А дружбе все равно не конец. Друзья мои, прекрасен наш союз. Он как душа, неразделим и вечен. Неколебим, свободен и беспечен. Расстался он под сенью дружных муз. Куда бы нас ни бросила судьбина, и счастье куда б ни повело, все те же мы. Я чего это девушке не расту? А? Как была, так и осталась. Не поймешь, сколько мне лет. В силу мне никто не верит. Ты вот так скоро комиссаром будешь. Тебе, Наташка, на Деникина. А я только пуговица.
Ничего. Ромка-то еще не конец. Наташка, все. Курицу на пятерых разделим. Силычу лапку снесем раз. Раненому комиссару крылышко два. Печь подбираешься к секретному, ему остаточки скормишь. Если жив останется, ничего не пожалеет. Где ты теплые ночи? Где-то пела соловей, где тихие очи, кто их ласкает теперь? Где Красные. Ой. Зойка. Сергей Тимофеевич. Сергей Тимофеевич. Курица. Что? Курица. Видать, здорово вам ходу дали. Проголодались. Ну ты. Силыч, девочки. Где? Thank you.
бабушка мне твоя Зойка говорила. Каждому свой век. Вот мой век и кончился. А ведь не страшно. Ни капельки не страшно. Хорошо, что я так. А не Зойка. Не ты, Наташка. Слабая я очень. И дочку мне ни за что не родить. Комсомолу скажите, чтобы девушек больше в рядах было. Мало нас еще. Да вы не бойтесь, мне не страшно, ни капельки не страшно. На лоцманке, когда мы маленькие были. А все-таки жить хочу. Жить. Ася. Аська. Пройдут года, Ася, заживут раны. И сегодняшний день, когда мы плачем над тобой, Ася, будет праздноваться, как День Победы. С гордостью назовет счастливая мать ребенка твоим именем. Красная сестра, Ася. На полях наших битв вырастет новая
буйное племя девушек, счастливых, беззаветно смелых, подруг наших, в боях за мировые октябрьские зори. Дорогие подруги будущего, вы не будете знать горечи наших слез. Не забывайте же ваших матерей. Их дорога была крутая, неровная, но, несмотря ни на что, прекрасная. И сами вы будьте готовы идти путями последних решительных битв. В этих битвах вы понесете на своих плечах все человечество. Пусть же самая ноша придаст вам бодрости. Вы трудитесь для всего человечества. Славнее удела –